Яркие, молодые и энергичные. В пространстве прекрасно прошел первый Sober Dance Battle. Несколько лет в Красноармейске не проводили танцевальные батлы, и теперь это решили исправить. И очень хотелось бы возродить эту культуру, эти мероприятия и все-таки продвинуть трезвость. Так что... Да, друзья, живите трезво! Танцевальный батл – это очередная попытка показать, какой яркой может быть жизнь с правильными ценностями и ориентирами. Было две номинации – хип-хоп и All Styles. Последняя включила в себя все направления, такие как брейк-данс, контемп и другие. Возраст участников от 8 до 14 лет. Музыкальность, техничность и артистизм – вот главные критерии оценивания. Организаторам удалось пригласить воспитанников из 5 танцевальных школ города. Всего было более 30 участников. Награды получили все. Призерам вручили сертификаты на мастер-классы по разным танцевальным направлениям и тематические подарки. И мы благодарим наших партнеров, это группу компаний «Пластик Онлайн». Это производители смузи, только полезных продуктов для здоровья и здорового образа жизни. Мария Лихобабенко, Яков Глейзер. Новости Большого округа.